Я всегда мечтал быть отцом. И знаете что? Это чудесно. Опять нарисовала нашу семью? Ага. Это я, Дилан и мама. И мы здесь. Далеко от тебя. Прическа у меня удалась. Это какашка. Зато как нарисовано. Ладно, я отчим. Я считаю, любой может быть отцом. Но не у каждого хватит на это терпения и любви. Папуля! Папуля тебя просит. Неужели? Приятно познакомиться. Зачем тебе мой номер соцстраховки? Холестерин? Ниже двух? Кредитная история отменная. Сам горжусь. Ладно, я тебя встречу. В конце концов, дети поймут, кто был рядом. Ох ты ж! Он, несомненно, во всем лучше тебя. Спасибо за добрые слова. Королю сообщили, что его землями правит кудрявый отчим Маркиз с отменной кредитной историей. О, нет! Какая у папы сказка интересная. Вообще-то уже поздно. Спокойной ночи, мои милые ангелочки. Носиками. Кого пощекотать на ночь? И спинку почесать? Эй, кому дать 20 баксов? Мне! Что? Смотрите на Рождество. Детки, у вас новый член семьи. Любите его всей душой. Собачка, ура! Я думал, ты обо мне говоришь. Брэд, ты же не собака. Чего он так смотрит? Отец! А тут у тебя что такое? Домик на дереве. Всего 2 месяца строим. Против отчима. Пап, папа построил нам домик вместо тебя. Привет, друг. Надеюсь, все по правилам. Берегись, братиша. Фэрол. Пони, 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 пони. Офигеть, это пони Дасти. Неплохо. Против Волберга. Да. Можешь прокатиться, если хочешь. Первое вниз, дальше вверх. Да, все знают, что первое вниз, дальше вверх. Разойдись, разойдись, разойдись! Боже мой! Все обошлось, никто не пострадал. Я пострадал! Брэд, не рыпайся, я тебя вытащу. Нет, лучше сходи, оденься. Папочка дома. Одному зрителю выпал шанс бросить мяч с середины площадки. Посвящается Дилану, Меган и Саре и больше никому. Еще раз. Премьера в декабре.